Добрый день, дорогие зрители. Насмотревшись этих роликов про китайский инструмент, я решил купить себе вот такую вот ерундовину. Что это такое? Это адаптер для шуруповерта, который позволяет с одной стороны поставить биту, а с другой стороны сверло. Через вот такой вот адаптер. Задумка такая. Вы вставляете сюда сверло, вставляете сюда биту. Тут цанговые зажимы, можно так для жесткости даже зажать все это. Вот так все это вращается. Идея такая, вы как-то, опс, плохо пролазит, не до конца вставил. Идея такая, вы сверлите, потом пускаете кольцо, перекидываете, завинчиваете саморез. Значит, вы видите, исполнение такое достаточно визуально кустарное, грубое, что сразу бросается, ну, при первом просмотре мы замечаем, да? Вот вы видели уже, да, что бита штатная, она цепляется иногда. И второе, когда мы это сверло пытаемся зафиксировать, стопор кольцо упирается вот в этот винт. То есть нужно менять это, либо стачивать, либо покупать сверло, где этот винт так не торчит. Далее. Ну, допустим, мы его так поставили. Здесь вот тоже какой-то винт, который фиксирует эту алюминиевую вставку. Ну, давайте мы вставим шуруповерт и посмотрим, что из этого получится. А получается, как вы видите, то, что эту штуку значительно бьет. Видите, как она гуляет. То есть для точной аккуратной работы, точно аккуратно работать с ней, понятно, мало, вероятно. Заплатил за нее около 500 рублей в пересчете с курса доллара. Здесь в комплекте видите биты. Это вот хрень. Сверла, соответственно, под выбросы, под доработку. Ну, под доработку. Как отцентровать это устройство? Если кто подскажет. Я буду, честно говоря, благодарен. Ну, попробую сегодня что-нибудь им посверлить, но первое впечатление весьма печальное. Ощущение, что я думаю, что оно правильно, что деньги, в общем, выброшены. Проще было добавить еще пару тысяч рублей, купить второй шуруповерт, в одном медсверло, а в другом биту. Так что не ведитесь на эти китайские заманиловки. На ролики с этих школьников, которые крадут друг у друга видики или берут промо-видео, рассказывая, как все классно покупать в Китае на Алиэкспрессе. Какой там классный инструмент. Ну и, возможно, есть там классные, неплохие решения. Но здесь для данного решения нужно, чтобы было... решение-то может быть и неплохое. Но вот качество исполнения, как видите, ниже плинтуса. На этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам хорошего дня, удачных покупок и приятных самоделок.